Во время летних каникул в школах Магадана идут ремонтные работы. Глава города Юрий Гришан проконтролировал подготовку к новому учебному сезону. В 13 и 29 школах приводят в порядок туалетные комнаты. Во второй школе готовят к запуску в эксплуатацию большую лестницу у второго входа в здание. Кроме этого, здесь переоборудуют спортивный стадион на заднем дворе. Небольшое футбольное поле станет площадкой под игру в волейбол для проведения уроков физкультуры на открытом воздухе. По словам главы Магадана, школы должны быть готовы до начала августа. В этом году по требованиям Министерства просвещения все школы должны получить акты готовности до 18 августа. Работа у нас запланирована на суммы более 60 миллионов рублей. Подрядчики у нас все уже отыграны через конкурсные процедуры. Лето только началось, а уже проделано немало работы. Так, в 29-й школе полностью очистили подвал от воды. Эта проблема создавала дискомфорт на протяжении нескольких лет. Также из городской казны выделены средства на запланированное благоустройство территории и обустройство подъездных путей. А в кабинетах младших классов заменят старые окна.